Техническое оснащение во всех автобусах курорта появилось совсем недавно, но уже принесло первые положительные результаты. Водители и пассажиры стали более дисциплинированными, ведь теперь при разборе конфликта опираются на запись с камеры видеонаблюдения. Кроме того, в автобусах появилась система пожаротушения и тревожная кнопка. Весь этот комплекс, который стоит в автобусе, он еще и имеет свойство, так скажем, сохранения этой информации, которую видеорегистратор составляет. И во многих автобусах, практически во всех автобусах, еще и возможность дистанционного подключения к системе видеопотока для того, чтобы можно было видеть, что находится в салоне, что происходит в салоне. Именно благодаря этому полицейским и удалось задержать группу карманников. Как подчеркнули в силовых структурах, видеосъемка в автобусе ведется исключительно для безопасности пассажиров, и доступ к ней имеют только сотрудники полиции. В текущем году сотрудниками оперативно-сыскного отдела УВД по городу Сочи задержано 13 человек за совершение карманных краж. В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий и мероприятий по сбору доказательств базы сотрудника оперативно-сыскного отдела активно используются материалы видеонаблюдения из общественного и маршрутного транспорта, которые позволяют идентифицировать подозреваемого, доказать его причастность к совершению карманной кражи. К слову, Сочи – первый город в России, в котором общественный транспорт получил полное техническое оснащение. Теперь за опытом на курорт приезжают из всех городов нашей страны. И как результат повысился уровень безопасности жителей и гостей курорта. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.